И вот они у меня. Давай, держу, наш. Держу его. Туда просто положи, да. Специалисты компании «Искрвект» экстренно восстанавливают очередной разрыв кабеля. Именно по этой сети поставляются услуги интернета и телевидения в город Белозерский. Это уже четвертый случай за последний месяц и второй за эту неделю. Механическое повреждение происходит из-за работ на железной дороге. Тяжелая техника цепляет оборудование и рвет его. Первый случай произошел еще в начале мая. Тогда специалисты компании восстанавливали сеть целые сутки из-за заболоченной местности. А в начале этой недели, 3 и 4 июня, дважды к ряду происходили подобные повреждения, но проблему удалось решить оперативно. Понятно, что эта ситуация доставляет серьезные неудобства абонентам. Сегодня специалисты компании «Искрвект» пытаются решить возникшую проблему комплексно, совместно с представителями железной дороги. Ведется прокладка альтернативного кабель-канала, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Приносим свои извинения нашим абонентам за возникшие неудобства. По всем вопросам вы можете обратиться по номеру телефона 8 496 44 48 302.